Радио «Орфей» представляет цикл концертов-встреч с Михаилом Казинником и Алексеем Ботвиновым, проходивших в Москве в концертной студии на Малой Никитской. Сегодня мы будем играть музыку композиторов-романтиков. Романтики потеряли своих графов, потеряли своих князей и работодателей. Что же приобрели они? Голубка моя, умчимся в края, где все, как и ты, совершенство. И будем мы там делить пополам и жизнь, и любовь, и блаженство. А вообще, вы знаете, что почти все названия стилей и направлений в искусстве – это бывшее ругательство. Это тоже очень интересно, да? Когда-то появился стиль архитектуры, который назвали готика. И люди, привыкшие к романскому стилю, стали искать, как бы это обозвать, эту ужасность архитектуру, и обозвали варвары. Варварство. Готика в переводе – варварство. Наконец привыкли к готике. Осознали, что готика – это прекрасно, и готика стала чуть не символом роскошного средневековья. Появилась какая-то вычурная, странная, шизофреническая архитектура, которую прозвали этим словом «ненормальная» – барокко. Во многих языках германской группы и сегодня, когда говорят «он немножко барокко», это значит «он того», «он не совсем в себе». А человеке по-шведски так сказать, это нужно очень доверительно сказать, потому что от вас отвернется любой человек, если вы скажете, что он немножко барокко. И в то же время, когда мы сегодня говорим о барокко, для нас это чуть не символ совершенства музыкальной и архитектурной культуры. А дальше? Вы думаете, что писатель-реалист обрадовался, когда узнал, что его так назвали? Да страшнее ничего было, нельзя сказать. Ну как же, после всех этих сказок, романтизма, Гофмана, после всех этих навалисовских ночей, после всех этих потрясений, штурмов, штормов, и вдруг реалист. Голый реализм без всяческих границ. Это было ужасное оскорбление. Чуть менее ужасное, чем следующий импрессионист. Это уж совсем нехорошо, потому что это уже такой впечатленец, который вообще ничего не понимает в искусстве и просто мажет свои впечатления, первые попавшиеся. Трудно поверить сегодня, изучая историю искусства, что мы изучаем историю ругательств. Романтизм – это ведь тоже ругательство. Даже сегодня иногда, когда хотят приструнить сына, который не хочет учиться вот в этом учебном заведении, а мечтает писать стихи, ему говорят: «Так ты же романтик, ты погибнешь в этой стране, в этой жизни». Куда ты денешься со своей поэзией и музыкой, бедный несчастный романтик? Все занимаются, а ты влюблен. Все пишут формулы и считают деньги, а ты пишешь сонеты и считаешь количество строк и строф. Сегодня мы услышим одно из самых прекрасных творений романтической музыки сразу. Это будут две части из сонаты «Свободен, но одинок». Фа, ля, ми. Когда замечательный скрипач Йозеф Иоахим получил подарок к дню рождения, он был очень рад. Любой скрипач мира был бы очень рад такому подарку, потому что его подарили три композитора, написав сонату. Шуман, Брамс и Дитрих. Поскольку рядом с Шуманом и Брамсом оказался Дитрих, то ту часть, которую написал Дитрих, пришлось со временем выбросить. Потому что классика – это не стиль, а классика – это то, что время оставляет, поскольку это идентично всем временам. И остались только часть Шумана и часть Брамса. ФАЕ – свободен, но одинок. Шуман следует указанию и договору. Фа-ля-ми – вот они, эти три звука. И сейчас, когда мы вместе с Алексеем начнем играть эту музыку, я прошу вас обратить внимание на одну удивительную вещь. У меня и у Алексея в разных вариантах будет проходить эта тема. Причем в тот момент, когда Алексей начинает ее играть, у меня как бы совершенно иное состояние. Он играет свободен, но одинок, но я не воспринимаю. Я прошу этого не делать. Но он играет неумолимо. Я
молю. Послушайте, как это сейчас произойдет. Мы позволим себе вначале немножко препарировать эту музыку. Слушайте внимательно, и вы испытаете совершенно особое состояние, когда эта тема в скрипичном, молитвенном, эмоциональном вдруг переходит в неумолимость басов рояля. Кстати, даже начало рояльное, так как оно идет, это вот это фа-ля-ми, свободен и одинок в басах. А теперь послушайте, как я заберу у рояля эту фразу. Такой удивительный подарок в виде части сонаты дарит скрипачу Иозефу Иоахиму Роберт Шуман. Что же делает Брамс? А Брамс, дорогие мои, он уже не яркий романтик, как Шуман, не неистовый, он уже как бы классический романтик. Он как бы прошел эпоху бури и натиска и как бы возвращается назад, туда, где тот старый добрый классицизм, где бетховенская соль-соль-соль-ми-бемоль — это не крик ужаса от страшной неподвластной судьбы, а это точное управление мотивом. Та-та-та-там! И значит, нужно найти все формы для того, чтобы им управить. Знаете что, друзья, есть два вида восприятия музыки. Одно для тех, кто просто любит мелодии. Для тех, кто любит мелодии, Моцарт к симфоническому зерну в 40-й симфонии добавляет целую мелодию. Зерно вот оно. Все. А для всех остальных вся мелодия. Чтобы любили. Знаете почему? Потому что в симфонизме достаточно только зерна. То же самое и в 40-й Моцарта. Зерно вот оно. Больше ничего. Помните, что с ним произойдет? А в побочной? Помните, что творится, когда мелодия тарарам — это как бы вызов, это открытие, а тарарам — это уход, это закрытие. И вся первая часть — это борьба между тарарам сверху вниз и тарарам. То же самое у Бетховена в пятой. Так вот, Брамс, он уже опять
как Бетховен. Вы же помните, самая главная трагедия жизни Брамса в том, что за ним все время стоял Бетховен. Он понимал, что музыка достигла такого уровня мышления, что после этого нужно либо стать парикмахером, либо любую другую профессию обрести, либо что-то такое вытворить в этом мире. Брамс был настолько гениален, потому что его место в истории музыки самое тяжелое. Но будь он хотя бы современником Бетховена, но он был последующим. Он был тем, кто пришел после Иоанна Предтечи. Ему было трудно, потому что он один в мире тогда уже понимал, кто такой Бетховен как драматург. А Брамс тоже драматург, поэтому он не хотел писать первую симфонию. Поэтому первая симфония его — это с головой в омут, мгновенно, с кульминацией. Он не может ее начать и начинать, будь что будет, погибну. Так начинается первая симфония Брамса, а потом одна за другой, когда понял, что не погиб, что все-таки может и что есть пути. Так вот здесь, в этой части, фа-ля-ми, звука фа-ля-ми нету. Вместо этого музыкальное обозначение фа-ля-ми. То есть без звука высотности тот же мотив и с пятой. Как символ, с одной стороны, симфонического зерна, а с другой стороны, это символ все-таки судьбы. Потому что у Брамса судьба очень нелегкая. Мне не хочется повторять то, о чем я говорил в фильме, когда мы с Алексеем делали фильм «В свободном полете» о Брамсе, эффект Брамса или космос Брамса. Но мы сейчас лучше сыграем. Мы сыграем скерца, в основе которого лежат бетховенские ритмы, ритмы бетховенской пятой. Но Брамс дает нам настолько четкую позицию, что я не знаю, есть ли музыка более эмоционально и интеллектуально близкая, выступающая мгновенной всей своей силой, чем эта музыка, которую мы сейчас сыграем. Скерцо, в переводе с итальянского шутка, но в данном случае речь идет об инфернальном скерцо. Дьявольском скерце. Начало таким шуткам положил Бетховен в девятой симфонии. Вы заметили, друзья, что в основе скерца лежит та-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 та. Это те же самые звуки мотива судьбы из пятой, только закодированные, зашифрованные там, в безостановочном движении. Это понятие инфернального, дьявольского скерца, когда нельзя остановиться не потому, что ты не хочешь, а потому, что ты не можешь остановиться. Потому что эта дьявольская линия погружает тебя, забирает с собой. И вот что делает Брамс. Он создает невероятное чудо структуры. Он дает нам образ, который звучит так. Стоп! А потом он пытается от него уйти. Он пытается уйти в лирику, в движение, в деятельность, в красоту, в признание в любви. Но каждый раз та-та-та-там, та-та-та-там. Это самая сильная, может быть, в музыкальной истории попытка преодолеть роковой мотив всеми возможными средствами. Вот где дьявольское скерцо, инфернальное скерцо, та-та-та-там. Thank you.
Продолжение концерта встречи с Михаилом Казинником и Алексеем Ботвиновым слушайте в следующую среду в 19:00 на волнах радио «Орфей».